Тысячи сторонников независимости испанской страны басков от Мадрида собрались на митинг в Сан-Себастьяне, чтобы отпраздновать освобождение Арнальда Отеги, одного из бывших лидеров националистической партии Батасуна. Многие принесли с собой баскский флаг и куриньо. Отеги провел в тюрьме 6,5 лет. Он был арестован в 2009 году за попытку воссоздать Батасуну, запрещенную испанскими властями. В 2011 его приговорили к 10 годам тюрьмы, но позднее суд смягчил наказание. Выйдя на свободу, 57-летний Отеги намерен продолжить борьбу по плану, разработанному в заключении. «Мы должны осознать, что же произошло с нами», — сказал он собравшимся. «Подумать о том, как лучше бороться с врагом. Результатом моего 18-месячного заключения в тюрьме Мартутене стала разработка новой стратегии. Пусть сейчас они будут готовы к тому, что для них было придумано в течение всех этих 6,5 лет». Арнальдо Отеги был членом баскской экстремистской группировки ETA, входил в руководство партии Батасуна. В 2003 году эта партия, считавшаяся политическим крылом, это была запрещена, как говорилось в постановлении суда, за связи с террористами.